Добрый день, в эфире программа «Тема дня», в студии Анатолий Цыганков. Сегодня у нас в гостях председатель комитета семей воинов Отечества Алена Алехейко и руководитель благотворительного фонда «Живой город» Оксана Шаманская. Добрый день, Алена и Оксана. Здравствуйте. Добрый день. Обе эти организации давно занимаются тем, что оказывают помощь нашим воинам, воюющим на Донбассе в зоне специальной военной операции. Можно сказать, что вот эти люди в том числе куют победу. Но они не просто издалека работают, они еще часто там бывают. В частности, недавно с целью отвоза гуманитарных грузов там была Алена. Алена, во-первых, что возили? Как вас там встречали? И ваши впечатления от этой поездки? Да, действительно, только что вернулась из очередной командировки, достаточно длительной. В этот раз цели были изменены. Если до этого мы больше отвозили гуманитарные грузы мирному населению разных отдаленных районов республик новых и заезжали в гости к нашим военнослужащим для того, чтобы немного с ними пообщаться, то после предыдущей командировки были сформированы совершенно новые цели и задачи. И в этот раз мы ехали именно с этой миссией. Мы привезли для наших военнослужащих специальное оборудование для обучения операторов беспилотных летательных аппаратов. Дело в том, что за последнее время мы обратили внимание, что война приобретает все более масштаб компьютеризированный, и стало понятно, что у нас не хватает тех кадров, которые умеют грамотно обращаться с беспилотными летательными аппаратами. Было принято решение совместно с другими регионами, в частности с Мурманской областью, помочь нашим военнослужащим пройти необходимое обучение. В этот момент мы с Оксаной Шаманской решили, что готовы взять проект на нас и подготовили базу и оборудование для того, чтобы обучать операторов. И сейчас успешно был завершен первый курс из 25 студентов, которые теперь являются высококачественными специалистами и в боевых условиях уже отработали первые задачи. Проект будем развивать на федеральном уровне, потому что именно это соответствует тем задачам, которые сейчас перед нами поставило и время, и президент. Оксана, вы уже очень давно занимаетесь тем, что формируете гуманитарные грузы для наших бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Если говорить вот о последних ваших действиях, то на какие задачи вы нацеливаете сами себя? Что ждут наши бойцы от вас, когда вы с ними общаетесь? Что они, скажем, заказывают, чтобы им поставили туда? И ваши последние гуманитарные поездки связаны с какими, прежде всего, задачами и целями? Что вы им отвозили? Состав благотворительной помощи, он кардинально изменился. Если в первые дни специальной военной операции это были продукты, это было обмундирование, то сейчас это более высокотехнологичные вещи. Квадрокоптеры. Очень много просят запчастей на машины, то есть мы переориентировались больше вот на такую помощь. Продукты практически не покупаем. Если что-то и отвозим, то это в основном что-то сладкое, что-то то, что может порадовать наших ребят, да, и расширить рацион питания. Но это все собирается жителями, передается, потому что мы также передаем именные посылки туда, для наших ребят. Фонд оплачивает все машины, которые туда уходят. То есть мы оплачиваем бензин и работу водителя, чтобы у наших жен и матерей была возможность отправить туда весточки, посылки. Александр, сразу еще уточню. Ваш фонд «Живой город», он собирает средства от жителей республики. И вы регулярно отчитываетесь, какие суммы получили, на что их направили. То есть у вас такая открытая деятельность, вполне подотчетная, так скажем, для общества. На сегодняшний день какие суммы вы уже собрали и какие суммы на что будут направлены? То есть что является приоритетом при закупках? На сегодняшний день мы собрали уже с начала года около 40 миллионов рублей.
И мы отрабатываем заявки командиров. Ну, я уже сказала, что это в основном квадрокоптеры, запчасти. Совсем недавно мы закупили трактор-экскаватор. Еще не расплатились за него, но это ближайшая наша цель, да, расплатиться за трактор. Но он уже уехал в место назначения для того, чтобы укреплять нашу оборону. А вот скажите, деньги, которые поступают к вам в благотворительный фонд, это средства, прежде всего, чьи? Бюджетные деньги, это деньги граждан, это деньги жителей республики или не только? Источники поступления разные. В прошлом году были поступления из бюджета Республики Карелия тоже. Это порядка 56 миллионов рублей. Остальное все жертвуется нашими гражданами, предпринимателями. Причем предприниматели, они могут жертвовать не только в денежном эквиваленте, но и покупать какие-то нужные вещи. И они тоже нам их передают, а мы уже адресно их доставляем. Это также могут быть квадрокоптеры, запчасти. То есть они, наши предприниматели Республики Карелия, тоже очень сильно вовлечены в этот процесс. Но жертвуют не только жители Республики Карелия, жертвуют и из Мурманской области. Вот в последние два месяца очень активизировалась Карачаево-Черкесия. И это очень удивительно, потому что очень много-много-много поступлений приходит оттуда. Не могу сказать, с чем это связано, но вот пожертвования приходят со всей страны. Алена, я хочу бы вернуться к теме, которая принципиально, мне кажется, важна сегодня для разговора. Это то, что вот вы говорили об открытии школы операторов для беспилотных летательных аппаратов. Вы упомянули, что недавно президент наш встречался с военными корреспондентами, где изъясняла о том, что характер вообще военных действий сегодня меняется кардинально от того, что прежде как велись боевые действия. И вот это как раз роль беспилотных летательных аппаратов, там дронов камикадзе, дронов там разведчиков, он невероятно вырастает сегодня. И вот эта ваша инициатива связана с тем, что начать обучение непосредственно уже этих операторов. Вопрос такой. Во-первых, кто будет учить этих операторов? На какие средства? На какой территории? Это операции, операторы должны учиться непосредственно в зоне боевых действий или до еще отправления на фронт? Как вы планируете? Расскажу предысторию, с чего все началось. Дело в том, что есть специалисты, которые уже много лет занимаются работой с беспилотными летательными аппаратами в гражданской жизни. И когда началась специальная военная операция, эти специалисты вышли на наших коллег и попросили возможности выехать в зону СВО для того, чтобы своими глазами оценить, что требуется именно там. Это было год назад. После этого эти специалисты, пообщавшись с военными, оценили, какие требуются доработки, какие требуются программы обучения, и начали непрерывный процесс наращивания качественной программы. На сегодняшний день мы провели курс именно в условиях боевых, с выездом на боевые позиции. Это были наши студенты, скажем так, из трех различных регионов. Это Мурманск, Карелия, Санкт-Петербург. Потому что все военнослужащие проходят службу вместе. И мы не делим студентов по региональному признаку. Эти студенты прошли обучение сразу по работе как с арт-разведкой, так и по работе с летательными аппаратами «Камикадзе», которые выполняют боевые задачи. И эту же программу мы будем продолжать продвигать и в дальнейшем. Сейчас в первую очередь мы ставим перед собой цель проработать с теми подразделениями, которые у нас находятся в зоне СВО. На сегодняшний день мы встречались с командирами уже нескольких полков. У нас действительно очень большой спрос на этих операторов. Курс минимально должен длиться хотя бы 2 недели для получения качественной информации. Это серьезная, сложная программа. Не каждый военнослужащий может стать оператором, потому что профессия требует и высокого уровня смелости, профессия достаточно опасная, и качественной подготовки как в плане программного обеспечения, так и в скорости движения самого человека. То есть мы отбираем тех специалистов, которые способны справиться с этой задачей, проводим курс сейчас в боевых условиях по 2 программам,
И запросы сейчас уже выстроены на самом деле в очередь. То есть сейчас мы немного доработаем именно саму программу еще вот за эти две недели, и в июле начнем плотно работать опять в зоне СВО. После того, как мы проработаем хотя бы ключевые заявки от арт-разведки, от разведчиков-штурмовиков, от направлений морпехов, да, то есть тех специалистов, которым сейчас особенно важно работать с коптерами и дронами, мы будем готовы проводить это обучение уже и здесь. Возможно, мы сможем это делать параллельно, чередуя выезд специалистов туда и сюда. Но в любом случае проект, конечно, крайне востребован сейчас, и запрос больше, чем на самом деле мы можем единовременно обучить. 25 студентов за две недели – это та скорость, с которой мы можем качественно работать. То есть я правильно понимаю, 25 воинов обучились работать с дронами. И если говорить о перспективе дальнейшего развития, то, что у вас в июле начнется новый курс, какое число будете людей набирать? Пока предварительно, возможно, есть цифры, естественно. И в плане, скажем, вот на следующий квартал, не знаю, на полугодие, какие у вас планы? Точно такое же число. Один курс – это 25 студентов, это оптимальная группа. Это требует качественной, слаженной работы трех педагогов, контроля за ними, обеспечения безопасности, проживания и всех прочих условий. И вместе с тем мы хотим к этому курсу добавить еще одно ключевое направление, которое сейчас тоже крайне необходимо – это тактическая медицина. Как председатель Комитета семьи и воинов Отечества по Карелии не так давно встречалась с своими коллегами в Москве, и мы обсуждали статистику сейчас по ранениям, по инвалидности, по смертности. И цифра инвалидности и смертности по неправильному использованию медицинских инструментов, например, наложение жгута неправильное, она очень высокая. Эта цифра потрясает, и мы понимаем, что с этим тоже нужно работать. Поэтому сейчас мы хотим к этому курсу добавить еще в перспективе тактическую медицину хотя бы 24-48 часов, после которых каждый из военнослужащих будет уверен, что в любых условиях сможет оказать медицинскую помощь качественной себе и коллеге рядом с собой. То есть это еще одна из перспектив нашего курса. Соответственно, на ближайший квартал мы можем посчитать, да, 25 студентов у нас за две недели, в месяц это у нас 50 человек, 150 человек – это то число, которое мы сможем обучить за ближайшее время. В принципе, это качественно хорошая группа, учитывая, что каждый такой специалист может прикрыть собой деятельность хорошей роты и обеспечить либо безопасное наступление, либо разведку, либо, наоборот, прикрытие отхождения группы. Я еще раз уточню. Правильно я понимаю, что когда речь идет о том, что подготовить бойцов, оказывать самим себе первую медицинскую помощь, тактическая медицина как таковая, то мы здесь ведем не только о группе, которая обучается на управление дронами, а более широко. Да. Это то есть для всех бойцов. Да, да. И тогда вопрос возникает, кто их будет учить тоже. Это будут учить медики Петрозаводска, Санкт-Петербурга. Кто будут те самые педагоги? Мы сейчас уже обсудили это и в правительстве еще до командировки. Во-первых, есть действующие медики там. Наша задача – обеспечить, да, их появление в нужное время, в нужном месте для того, чтобы провести курс. Во-вторых, у нас есть организации, которые занимаются тактической медициной по всей России, например, Красный Крест. Есть военно-медицинские госпитали. Нам достаточно выделить нескольких педагогов, которые будут обучать медиков-волонтеров, и дальше мы будем работать именно с этими медиками-волонтерами. Правильно вы сказали, такая подготовка требуется действительно каждому военнослужащему. Вот не так давно мы вернулись из командировки в Чечню, и одной из ключевых задач для меня было попасть там в Гудермес, в центр русского спецназа. Такая возможность была предоставлена. Мы посмотрели наглядно, как там проходит тактическую медицину наши военнослужащие. И это действительно сейчас передовой опыт. Не так много времени требуется для того, чтобы дать качественные знания по медицине. Главное это делать в группе, слаженно, в практических условиях. Это не могут быть лекции онлайн. Это действительно практика непосредственно с медиком, действующим с опытом. Например, у нас, я могу сказать, что медики, которые работают в условиях скорой помощи, это потенциально готовые педагоги, потому что их условия труда максимально приближены к тем условиям, в которых оказываются военнослужащие в зоне СВО. Это полные условия неожиданности, когда ты используешь не стационарную капельницу, а какие-то подручные материалы для спасения своей жизни. Поэтому со скорой помощью мы уже здесь тоже пообщались, есть уже готовые
пройти обучение, например, у медиков действующих и обучать дальше в условиях Карелии. Оксана, ваш благотворительный фонд «Живой город», он ведет сам разные, ну, назову, скажем, военные проекты. Некоторые из них очень уже такие популярны, типа вот «Сети Победы», когда вы маскировочные сети плели для наших воинов. Вот к этим проектам что-то уже добавилось новое, и, возможно, вы позаимствовали чей-то опыт уже из других регионов. То есть как развивается ваша деятельность в сфере этих военных проектов? Но если брать именно военные проекты, то помимо акции «Сети Победы», которая очень востребована, потому что сети маскировочные – это продукт номер один, который сейчас необходим там, в зоне СВО, у нас добавляется вот школа, о которой говорила Алена, и мы вплотную начинаем работать над этим проектом, потому что здесь, конечно, нужно получить все лицензии, качественно проводить эту работу. И мы совместно с Аленой, совместно с комитетом глубоко погружены в эту тему. У нас сейчас проходит обучение волонтеров-психологов, потому что мы понимаем, что это тоже очень необходимая вещь на сегодняшний день. И синдром эмоционального выгорания – это такой опасный синдром, которым подвержен каждый второй человек, можно даже сказать, каждый первый. Потому что все мы сейчас испытываем очень сильный стресс. А что будет с теми ребятами, которые будут возвращаться, которые возвращаются? С ними тоже нужно работать. И мы как раз передаем те инструменты, достаточно простые, которые можно использовать, во-первых, применять к себе. Особенно это необходимо волонтерам. Потому что волонтер, он должен быть в ресурсе, наполнен энергией. Если этого нет, то и помогать другим людям очень сложно. Поэтому важно, чтобы наши волонтеры обладали эмоциональным здоровьем, хорошим эмоциональным здоровьем. И наша задача, чтобы мы все это свое здоровье сохранили для того, чтобы у нас были силы дальше жить. И, конечно, эти инструменты, они могут быть применимы и к тем, у кого как раз-таки проявляется синдром эмоционального выгорания. Я считаю, что это очень важный проект. Он у нас в самом разгаре, 3 модуля очных уже прошли. Замечательные эксперты, которые участвовали в разработке этой программы, это эксперты Союза живых городов. Очень сильная команда волонтеров подобралась из разных районов нашей республики. И финалом будет проведен фестиваль эмоционального здоровья, который будет проходить как раз-таки на форуме добровольцев. Я надеюсь, что у нас все получится, и мы его проведем в сентябре месяце. Вот мы уже сегодня не однажды говорили о том, что специальная военная операция, она как-то меняет духовное состояние нашего общества. То есть многие люди начинают осознавать необходимость, личную необходимость включиться в работу, которая оказывает, ну, поддержку, помощь нашим бойцам на фронте. Естественно, вот эта тема волонтерства, она постоянно возникает. То есть люди, желающие оказывать помощь тем, кто сегодня больше всего в ней нуждается. То есть либо там гуманитарные грузы возят, либо непосредственно оказывают какие-то программы по обучению, то, что сегодня Алена рассказывала, готовит этих операторов БПЛА. То есть разные формы включения в эту работу. И вот опыт уже показал практически, что разные регионы обладают различными интересными практиками по волонтерской деятельности для СВО. И в связи с этим вот у меня такой вопрос. У вас возникла очень интересная идея, на мой взгляд, это проведение форума волонтеров. Я там слышал, что он, возможно, чуть ли не всероссийский. Я, конечно, в это мало верю, что можно всероссийский форум провести в Петрозаводске. Может, я ошибаюсь. Но то, что межрегиональное, это точно возможно. И если вы формулируете эту задачу для себя, проведение такого межрегионального форума, то что является главной целью этого форума и его главная идея? Алена, вам вопрос. Давайте начнем с того, что мы поблагодарим всех волонтеров. На сегодняшний день, вот вы сказали, что, возможно, в рамках Петрозаводска провести федеральный форум сложно, но так сложилось, что за вот эти уже 1,5 года работы мы постоянно на связи как с приграничными зонами, так и с новыми регионами, так и с волонтерами в соседних регионах. Мы постоянно вынуждены работать бок о бок, потому что наши военнослужащие там
бок о бок. И вот эта идея, она родилась совершенно не случайно. Дело в том, что вот наглядный пример, не так давно к нам приехали коллеги из Мурманска, совершенно потрясающие волонтеры с огромным сердцем. И пообщавшись с куратором нашей акции «Сети Победы» Максимом Куциным, эти коллеги вернулись в Мурманск и просто вдохновившись, зарядившись, открыли уже еще 7 пунктов плетения, в которых участвуют и пенсионеры, и студенты. И руководит этим направлением Елена Апостол, совершенно потрясающий человек с огромным живым мышлением. И мы понимаем, что каждый волонтер на самом деле, он несет в себе большой потенциал. И именно вот такая встреча может помочь человеку, во-первых, набраться сил, если он немного уже устал и не уверен в том, что его труд нужен. Либо открыть в себе совершенно новый потенциал и идти вперед, вот как на примере, да, сейчас нашей вот такой дружбы региональной. И действительно, вы сказали правильно, у каждого региона есть свои уникальные идеи. И сейчас то время, когда мы можем только благодарить друг друга за то, что мы можем этими идеями обменяться и усилить. То есть для нас, как для волонтеров, как для людей, которые хотят помочь, ключевое – это друг друга усилить, друг друга поддержать. И вместе быстрее, как можно быстрее добиться того результата, который нам нужен. А, естественно, результат – это победа. Оксана, а вот если мы говорим о форуме, который предположительно уже должен состояться в какие-то, видимо, ближайшие, не знаю, месяцы, когда вы его планируете, проведение этого форума, и кого будете приглашать на него из наших соседних территорий? Планируем в сентябре месяце. Я считаю, что должны участвовать не только те волонтеры, жители, да, родственники, те, кто сейчас там находится. Обязательно должны участвовать и представители бизнеса. Это тоже люди с большим сердцем. Обязательно должны принимать участие люди, которые работают в органах власти. Потому что мы должны вместе, взявшись за руки на этом форуме, сверить часы, посмотреть друг на друга, поблагодарить друг друга за ту работу, которая у нас сейчас проходит в республике. И мы готовы поделиться различными инструментами для того, чтобы друг друга усилить. Ну и, конечно, основной посыл – это объединение. Не должны волонтеры у нас в республике работать разрозненно, конфликтовать. Мы должны сверить все-таки ценности, какие у нас есть, да? И цель у нас одна – это победа, и мы должны слаженно, единой такой мощью идти к этой победе. Мы точно знаем, что к нам присоединится Мурманская область. Знаю, что есть заинтересанты из более южных республик, потому что это уже обсуждалось среди лидерского круга волонтерского, который вот работает на федеральном уровне. И я думаю, что мы несколько регионов сможем принять. Это первый форум, мы посмотрим, как он пройдет, и уже в последующие годы готовы расширять свое поле деятельности, да, и принимать больше гостей. Ну что ж, военные действия, которые сегодня происходят на Ворошиле и на Донбассе, они вот нас, здесь живущих в Карелии, ну, напрямую не касаются. Хотя мы понимаем прекрасно, что вся страна сегодня находится в состоянии этой зоны, что называется, СВО. Мы даже все работаем на эту победу в этой специальной военной операции. Каждый по-своему ищет свое место. Там оборонная промышленность, мы знаем, резко повышает там количество выпускаемой продукции. Волонтеры, о чем мы сейчас только что говорили, включаются в работу, предлагают свои личные усилия или материальные, или финансовые средства на эту победу. То есть мы все заинтересованы в том, что эта победа приближалась. Поэтому очень важно, чтобы каждый из нас для себя понял, что от него тоже многое зависит. То есть вклад любого из нас в работу по достижению нашей общей победы, он очень значим, поэтому включайтесь в эту работу. В эфире была программа «Тема дня» с Анатолием Цыганковым. Всего вам доброго!